войны. Здесь примерная храбрость, мужество и стойкость в боях с врагами проявили войска первого, второго и третьего белорусских фронтов, первого, второго, третьего и четвертого украинских фронтов, первого Прибалтийского фронта, Ленинградского и Карельского фронтов. На площади Победы вносится флаг Министерства обороны Российской Федерации. Этот флаг является символом воинской чести, доблести и славы, служит напоминанием каждому военнослужащему о героических традициях и священном долге защиты Отечества. За флагом Министерства обороны Российской Федерации следует Андреевский флаг. Военно-морской флаг является боевым знаменем корабля. На площади флаг Генеральной службы безопасности России. Честь, совесть, долг, выносливость. Умение оперативно реагировать и действовать в любой обстановке – вот качество настоящего пограничника. Традиционные участники военных смотров и парадов. Барабанные сигналы всегда использовались для управления и руководства действиями личного состава на поле боя, в походе или на маршах, строевых смотров и парадов. На площади Победы воспитанники Калининградского Андрея Первозванного кадетского морского корпуса. Это самые юные участники парада Победы, будущие защитники Отечества. Возглавляет строй майор Алексей Егоров, в парадном расчете подполковник Владимир Чехогаский, ветеран боевых действий, награжденный орденом Красной Звезды и орденом Мужества.